В первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача, который считается днем солидарности и активных действий врачей всего мира. В нашем регионе этот день отмечают впервые и по-особому – учреждением премии «Свет врачебного сердца». На вручении премии побывал наш корреспондент Владимир Селяков. Профессия высшего благородства и самопожертвования, появившись на заре самого человечества, всегда ценилась и уважалась. Утвержденная Общественной палатой Тамбовской области премия «Свет врачебного сердца» – это в первую очередь волеизъявление тысяч и тысяч благодарных пациентов, чьи жизни были спасены. Это впервые премия, которая учреждена Общественной палатой совместно с Ассоциацией врачей Тамбовской области. Мы считаем, что если гражданское общество о себе заявляет и считает необходимым отметить коллег из числа врачей, это очень правильно. Ну и еще один аспект здесь есть, он связан с тем, что все три премии именные, и каждый из ушедших в мир иной врачей достоин того, чтобы мы их помнили. Одним из тех, чье имя теперь увековечено в этой премии, стал Павел Валерьевич Захаров, который являлся заведующим отделением эндоскопии и ультразвуковой диагностики в городской больнице имени архиепископа Луки. Преемником врача, сохранившего тысячи жизней и безвременно покинувший этот мир, стал Владимир Николаевич Лычагин, вобравший в себя весь профессионализм своего наставника. Премия его имени – это не просто добрая память о человеке, который внес особый вклад в мою жизнь, но и напоминание мне и другим сотрудникам отделения, что мы должны держать высокую планку, которую нам в свое время задал Павел Валерьевич. Также именую премию, носящую имя Олега Викторовича Баранова, онколога Тамбовского онкологического клинического диспансера, который провел более 1000 успешных операций, получил его преемник-врач-онколог Александр Александрович Козлов. И именую премию Холодова Александра Михайловича, врача-нарколога Тамбовской клинической психиатрической больницы, вернувший к трезвой жизни многих пациентов, получил его преемник Дмитрий Валентинович Проворотов, психиатр-нарколог, заведующий отделением неотложной помощи психиатрической больницы Тамбова. Владимир Селяков, Виктор Марченко, Ольга Кириллова. Область новостей.